Всем привет! Сегодня будем производить замену моторного масла. Снимаем защиту, ключ, головка на 13 и под Т25 выкручиваем фиксаторы защиты. Плюс в этой части раз и второй болт под 18 головка тоже отпускаем. Откручиваем гайку на 19 накидным. Перед тем, как откручивать пробку поддона, открываем заливную горловину, ну и достаем щуп. Желательно прогреть двигатель до 90 градусов и сливать на горячую масло. Устанавливать буду вот такой вот масляный фильтр с этим артикулем, бошевский P3314. Можно OS-264. Предварительно перед установкой заливаю фильтр маслом. Купил масло по классу для Шкоды, 502 класс. Налили масло в фильтр. Старый фильтр я обычно, если он плотно сидит, снимаю приспособлением, либо цепью. Такой вот устанавливается, и при вращении можно вывернуть. Либо ремневой такой съемник. Желательно снизу положить ветошь. Будет небольшой пролив масла. Вот таким цепным буду снимать фильтр. Все пошло. Главное его сорвать. Все, накручиваем сюда новый фильтр. Обычно зажимаем руки по максимуму. Установили фильтр на место. Зажимаем гайку на 19, кольцо я не буду менять. И заливаем масло. Шкода Октавия 10 года, здесь стоит двигатель BSE 1.6 бензин. Необходимо залить 4 литра 200 грамм масла. Сейчас масло сядет, проверю по щупу. Потом, если при необходимости, произведу доливку, чтобы было среднее положение по щупу. Чтобы уровень масла находился в среднем положении. Все, друзья, всем спасибо. Если мое видео было полезно, заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Удачи!